Я надеюсь, что, слушая эти песни, эти проповеди, эти стихи, вы поняли, что наша тема сегодня «Привести себя к Христу», или по-английски сказать «Surrender to God». Это само слово «Surrender to God», оно интересно, потому что если смотреть, есть разные, ну, перевод. Один перевод я посмотрел, но говорит, что «сдаться Богу». Мне так как-то понравилось. Иногда мы думаем, что когда говоришь «сдаться», это вроде плохо, или это вроде что-то такое, что, ну, если подумаешь, ты сдаешься, то, ну, это нехорошо. Но если мы сдаемся к Богу, это наоборот хорошо. Потому что мы иногда в этот момент уже мы понимаем, что же все. Я человек, то, что я мог, я сделал, я пробовал, я старался, но не получилось. И вот я даю все, что я имею Богу. Я хочу сегодня начать свою проповедь тремя вопросами. Я хочу, ну, я попросил бы, чтобы каждый из нас, мы подумали об этих вопросах и действительно ответили себе в сердце. Потому что мы, когда отвечаем другим людям, не всегда это истина. Мы отвечаем, мы стараемся говорить это истину, но иногда мы просто или стыдимся даже сказать правду, бывает, или боимся сказать правду. Но когда мы действительно отвечаем эти вопросы сами к себе в сердце, мы действительно говорим эту правду. Три вопроса таких. Первый вопрос. Вы доверяете Богу? Второй вопрос. Доверяете ли вы Богу всем в вашей жизни? И третий вопрос. Отдаешь ли ты все в жизни Богу? Я хочу повторить эти вопросы по-английски тоже. Question number one. Do you trust God? Question number two. Do you trust God with everything in your life? And question number three. Do you give your all to God? Действительно, подумаем о этих вопросах. В нашей жизни бывают моменты, когда мы верующие люди, мы выросли в церкви, мы ходили в церковь много лет, и мы действительно говорим, что да, мы доверяем Богу. Но если посмотреть, иногда в нашей жизни мы видим, что мы только доверяем Богу частью или часть нашей жизни. Мы не отдаем все, как мы говорим. Мы поем песню, это 397 номер. «Все Иисусу отдаю я, всем Ему принадлежу. В уповании и смирении пред лицом Его хожу. Все я отдаю, все я отдаю. Все Тебе, мой Искупитель, все я отдаю. Все Иисусу отдаю я, все кладу в Его ногам. Суету отверг земную, направляюсь в небеса». Мы поем эти слова, мы говорим эти слова, когда мы поем эту песню, но действительно в жизни этой нашей не так бывает. Мы доверяем Богу частью. Мы доверяем Богу в один аспект нашей жизни. Мы понимаем, что действительно это, ну, мы верующие люди, мы это должны делать. Но когда приходят иногда проблемы, мы думаем, что «О, я знаю, как я это сделаю». Иногда даже перед этим мы не помолимся, а думаем, что мы уже, у нас есть уже ответ. Я человек, который, ну, я уже прожил 30 лет, я знаю, что я делаю. Это смешно, действительно. Как это я, который прожил 30 лет, могу знать ответы, на которые иногда Бог задает в нашей жизни? Иногда Бог ставит эти моменты в нашей жизни, чтобы нам это пройти, чтобы нас что-то научить. А мы думаем, но я, как это, я знаю, все, я. Я хочу, чтобы мы прочитали, это будет от Матфея, 16 глава, 24 стих. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, если кто хочет, иди за Мной, отверни себя и возьми крест свой и следуй за Мной». Много раз мы слышали эти слова, много раз мы читали эти слова, много раз мы даже размышляли над этим словом. Но сегодня я хочу, чтобы мы посмотрели на два слова к этому стиху. «Отверни себя». Как трудно это сделать иногда в нашей жизни. Как трудно это действительно отвергнуть себя и все предать в Божьи руки. Я понимаю, что, может, я сегодня только говорю даже к себе, может, не к вам. Может, вы это уже все давно сделали и знаете. Но все равно я хочу напомнить эти слова. Отвергни себя. Это
Интересная эта фраза, то, чтобы действительно все, что мое, все, что это я человеческое, я отвергнул. И действительно отдал все в Божьи руки, зная, что в нем вся воля Его. Все в нашей жизни Его воля, все в нашей жизни исполняется воля Божья. И то, что мы иногда делаем, мы даже мешаем Божьей воле исполниться в нашей жизни иногда. Потому что мы думаем, что мы знаем больше, нежели Бог, который из нас сотворил. Насколько это печально, если мы об этом подумаем. Что мы человек, который прожил 30, 40, 50 лет, думаем, что мы знаем больше, нежели Бог. Мы это никогда не скажем вслух, но действительно этими нашими actions мы это показываем. Потому что мы думаем, что я сделаю сам. Иногда даже, как я говорил, не помолимся о нашей проблеме или каком-то что-то случилось. Мы идем и делаем, иногда не думая, что мы делаем. И с этим получаются многие проблемы. В наших молитвах мы молимся, мы просим в Божьих благословениях, мы просим иногда вещи, которые нам даже не нужны. И мы стоим, и мы молим, Боже, дай, не понимая, что Бог не дает из-за того, что это нам не нужно в нашей жизни иногда. Если мы посмотрим на молитву Иисуса Христа, который молился в Гефсиманском саде, Он говорит, да минует вся чаша меня, но не моя воля будет, но Твоя. Иисус в этот момент понимал, что эта чаша тебе очень тяжелая. Он понимал, что это Он не хочет пройти. Но Он знал, что воля Божья более Его. Из-за этого Он говорит, да будет воля Твоя, не моя. А мы иногда стоим на наших коленях и молимся, и говорим, Боже, дай. И даже не вспоминая то, что, а может, это не есть воля Божья. Почему мы так делаем? Действительно, мы должны задуматься о том, что иногда есть воля Божья в тех вещах, которые мы не знаем. Может, мы их не понимаем в этот момент. Но на это есть Божья воля, чтобы это сотворилось в твоей жизни в тот момент. И вместо того, чтобы стоять перед Богом и говорить, Боже, отними это или забери это, мы должны сказать, Боже, да будет воля Твоя в нашей жизни. Мы можем смотреть на разные моменты в Писании, когда действительно люди Божьи стояли и действительно отдали все в Божьи руки. Они дошли до того момента, что уже больше ничего они не могли сделать. Это уже было последнее шанс у них, они дают все это в Божьи руки. Для меня, самый один из моих любимых в Библии человеков, это Иосиф. То, что он прошел в жизни и остался верен, это amazing. Не знаю, как amazing по-русски сказать. Но действительно, это было что-то, что не каждый из нас это сможет сделать. Был продан своими братьями в рабство, был осужденным и поставлен в тюрьму за то, что он никогда не сделал. Но все равно он стоял верно пред Богом. Я думаю, что действительно Иосиф, в белый момент его жизни, что он же говорил, все, я не знаю, что мне дали делать. Когда родные браты продали его в это рабство, я думаю, что он говорил эти слова, что я не знаю, что мне дали делать, но я предаю свою жизнь тебе. И Бог повел его жизнь. И вот в момент, если мы станем на место Иосифа, мы понимаем, что в этот момент он не знал, что он станет правой рукой фараона. Когда в молодые годы его братья его продают в рабство, он не знал, что он будет правой рукой фараона. Но он доверялся Богу, и он действительно отдал свою жизнь. He surrendered his life to God. Не зная, что будет далее, не зная, что завтрашний день его приведет. Но он отдал все в Божьи руки. И иногда нам надо этим, чтобы мы действительно посмотрели на те моменты. И действительно это делали в нашей жизни, что отдали все в Божьи руки, не зная, что будет завтра. Мы должны планировать, а не мы ничего против этого. Мы должны далее двигаться, учиться, искать работу. Это все правильно, это все нужно. Но иногда мы настолько делаем нашу жизнь, настолько планируем нашу жизнь, что мы забираем место Бога в ее.
Мы настолько замыслимся на наши мысли, в нашей жизни, и настолько все ставим в свои как бы это compartments, что мы забываем о том, что Бог этим всем владеет. И мы живем в нашей жизни, не понимая, что мы действительно, как были эти стихи сегодня рассказаны, что мы просто Бога push him away. Мы отвергаем Его от нас, потому что наша жизнь, мы настолько зафокусированы на то, что мы хотим сделать в нашей жизни. Но здесь Иисус говорит, отвергни себя. И как я говорил, это трудно нас сделать, но это нужно сделать ради того, чтобы действительно предаться Господу, чтобы действительно отдать нашу жизнь Господу. Апостол Павел, когда ехал в Дамаск, он думал, что он делает Божью работу. Но когда Иисус явился ему, и он стал слепой, я думаю, в тот момент он тоже понял, что все, далее я не знаю, что мне делать. Вчера видел, сегодня нет. Вчера был человек с какой-то силой, гонил церковь, сегодня уже все. Что он будет делать далее? Я думаю, в тот момент он тоже предал свою жизнь Господу, зная то, что с этого момента, что Бог скажет, тот он будет делать. Он думал, что он совершал волю Божью, когда он гонил церковь. Он это просто не понимал, что это он делал против воли Божьей. Но когда его Бог остановил и действительно поставил свою руку перед ним и сказал, стоп, тогда он предал свою жизнь Господу и сказал, что будет Бог делать, то я буду делать. Иногда это бывают такие моменты в нашей жизни, трудные моменты, моменты, которые мы не хотим переживать. Но они бывают в нашей жизни, где действительно мы говорим все. Бог остановил, и действительно далее мы не знаем, что делать. А у меня на работе есть одна женщина, которая уже работала в том самом CDR, потом уже больше 15 лет. Я уже многие лета и знаю. Еще интересно, очень хорошая женщина, мать моих двое детей, мужа имеет. Христианская семья, ходят в церковь. Не, она сама physician assistant, это как бы помощник доктора, или как сказать. Очень радый человек, очень любит людей, очень говорит с людьми всегда. И была в хорошем здоровье, все было все хорошо. И 3 недели назад, в пятницу, в 2 часа дня, она получила seizure. После этого забрали ее в госпиталь. Через пару часов нашли, что у нее в голове, в мозге здесь нарост есть. И действительно вопросы эти стоят. Что делать дальше? Что куда? Никто это не понимает. Как это так? Человек, который здоровый, который верующий человек, ходит в собрание, все, как бы, должен, все хорошо. Как это случилось? У нее никаких проблем не было с здоровьем, ничего не было. Ну и что интересно, что эта семья, этот муж и эта жена, они сейчас говорят, самое первое, когда они, they do a blog online, молодежь поймет, что это такое. И этот муж ее говорит, слава Богу за то, что это случилось на работе. Потому что 30 секунд, когда это случилось, были уже 3 доктора возле нее. А что было и было, если это было в дороге где-то? Они говорят, слава Богу, что у нас есть такие доктори, с которыми она работает, что они помогают ей. Что они смотрят, что далее делать, что они помогают, куда далее идти. И они сейчас, они просят просто одного. Они говорят, что мы не знаем, что делать далее будет, мы ничего не знаем, но мы доверяем это все Богу. Мы просим только одно, чтобы церковь молилась. А в нее будет операция 15 числа, это в среду, где будут вырезать этот мозг, этот нарост с мозга. И они действительно не просят, все, что они просят, это то, чтобы церковь молилась. И мне, когда я это все читал, когда мне это все прошло, я думаю, действительно, сколько эти люди, может, они американцы, может, иногда мы думаем, что американцы, они не верующие, какие, как мы верующие. Но иногда они на более, действительно, мы можем у них поучиться. Потому что первое слово было, благодаря Богу, что это случилось на работе. Второе, они говорят, просто молитесь. Мы не знаем, что будет далее. Мы надеемся, что она будет жить. Но мы не знаем.
Мы просим, чтобы вы молились, и Бог, чтобы делал свою работу. Это действительно, когда я это все читал, оно меня, как бы, я сам себя как судил или как. Думаю, что иногда в своей жизни я думаю, я буду так делать, так делать, так делать. И забываю о том, что спросить волю Божию, правильно это? Правильно эти мои планы, которые я строю, действительно угодны ли Господу? Или это просто мои человеческие планы? Или это просто мои человеческие желания? А Иисус говорит, отверни себя. Дорогая душа, отверни себя сегодня. И действительно дай Богу место в твоей жизни делать то, что Он хочет. Чтобы Его воля совершилась в твоей жизни, а не наша. Мы будем молиться. Дорогие братья и сестры, мы счастливы тем,